Привет! Сегодня я буду делать ремейк. Ремейк одного из своих самых первых видео, в котором я показывала новогодние украшения. Но то видео было без голоса, а это будет, конечно же, с голосом. Ну, давайте начнем. Буду показывать новогодние штучки. И для начала я покажу старые игрушки, которые хранят мои родители еще с советских времен. Такие две игрушечки. Это рыбка. Рыбка. А вот это, как я понимаю, просто какой-то листочек. Но это не все. Вот такой розовый колокольчик. Ну, игрушка в форме колокольчика. У этой внутри что-то болтается. Возможно, кусочек стекла. Эти игрушки стеклянные, хрупкие. Часто они разбивались. Но я думаю, что у многих такие еще остались. А это шишечки. Вот такая розовая шишка, тоже у нее там что-то болтается. Ну да, тут видно отколотый кусочек, видимо, он там еще несколько вот таких. Тоже они похожи на шишки, но мне кажется, это желуди. Еще одна шишка. Вот такая игрушка, тоже очень старая.
она сделана из дождика, наверное. Все в такой розовой гамме. И гость программы — это игрушка цыпленок. Цыпленочек. Хвостик. Клювик, клювик, глазки, крылышки, еще бантик, классная игрушка. И еще с тех времен осталась такая штука, как серпантин. Серпантин. Но это уже использованный, поэтому он такой мятый. И вот тут есть такой раритет. В этом пакетике Туимский завод, елочное украшение серпантин, цена 20 копеек. В этом пакетике в общем тут лежит маленькая катушечка этого серпантина. Я его, конечно же, не буду сейчас распутывать. Пусть хранится. И вот еще в качестве игрушек использовались вырезанные из открыток фигурки. Такой вот Дед Мороз. Сзади тут текст. Вот, и тут приделана ниточка, чтобы вешать это на елочку. Вроде со старыми советскими украшениями все. Из более современных шариков у меня есть вот такой наборчик. Здесь, по-моему, 12 шариков. Они из матового стекла, красные, с золотой отделкой. Очень милые маленькие шарики. Еще у меня есть вот такой колокольчик.
днем вот такие золотистые граненые шарики. Они хорошо сочетаются вот с этими. Еще у меня есть набор шариков, вот таких очень специфических, из какого-то растения. Мне они очень понравились. И они немножко пахнут чем-то таким древесненьким. Ниточка золотая. Еще в качестве новогоднего декора я использую шишки. Это еловые шишки. Мне их тут много. Штук 10 или 15. Как-то я смотрела целое видео ASMR, посвященное звукам шишек. Ну, там, конечно, был микрофон получше и все такое. Были очень приятные звуки. И немножко пошуршу гирляндами. Есть вот такая золотая с голубым.
есть вот такая серебристая с золотыми лепесточками. Кстати, очень нравится, как пахнут эти гирлянды. Что-то есть. Наверное, я это уберу и покажу еще кое-что. Вот такая есть игрушка в виде домика. Она пластиковая, не бьющаяся. Такая довольно необычная игрушка с двусторонними пайетками. Приятно ее так пошебуршить. С этой стороны она просто тканевая. Довольно залипательно. Может, это один из видов игрушек антистресс. Но вот как раньше были все эти попыты. Это, наверное, тоже что-то такого рода. Ну и самая новая моя игрушка, это вот такая в коробочке, сейчас достану.
довольно большая игрушка, стеклянная. Мне ее подарили на прошлый Новый год. И что интересно, на ней нарисован зайчик. А следующий год, как мы знаем, будет как раз таки год зайчика. Получается, что эта игрушка даже больше подойдет вот на наступающий Новый год. Зайка тут что-то поет в микрофон. Тут елочки, снежинки. Такой вот веселый зайенька. Зайчик, 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 зайчик. Блесточки, блесточки, блесточки. Ну вот, на этом все. Я уже очень давно не покупала новых игрушек. В этом году я тоже ничего нового не покупаю. Как-то не хочется. Вот. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Увидимся в следующих видео.